Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по буксу, друзья, P2C. Я проверила этот букс на вывод. Все замечательно. Букс платит. Вот, нажимаем логи. Выводила я вчера 5 центов. История вывода. 6 октября. Вот, 5 центов комплект. Идем на Pair кошелек. И я забыла про этот вывод. Тут только что вспомнила. Значит, 6 октября перевод выполнен 5 центов. Комиссию не взяли. Кошелек не взял комиссию. И комиссии нет на самом буксе. Ну и комментарий. Вот комментарий. P2C. Ну, вот такое вот название. Все замечательно. Продолжаю работать. Апгрейда как не было, так и нет. Так что абсолютно без вложений. На сегодня я уже всю рекламку просмотрела. Вот. Ну и, естественно, 1 цент за 5 дней минималку можно набрать. Минимальный вывод подняли. Был 1 цент, стало 5 центов, друзья. Но, тем не менее, минималка не завышена. Вот. Кому интересно, работаем. Не интересно, не работаем. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.